Дел афинян. Мы отдаем приказы. Твои люди храбры, но им не справиться. Сюда им не добраться. Мой нет. Сразишься с ними в открытом море? Адрестии встречались корабли куда мощнее, чем афинские лачонки. Ты храбр, как... Потоплю несколько. И вот еще что. Ты ведь об этом шлеме говорил, так? Нашелся? Не счесть, сколько раз он спасал меня. Ты здесь уже давно. Все не потопи. Тебе очень дорог? О, да. Море слишком большое. У северного берега Миконоса. У местных акул... Занять свои места! С возвращением! Шустрей! Живей! Лучники, вперед! Давай, стрелы! Курс в атака! Теперь вас пожрут акулы! Живей! Пока Аполлон не начал завидовать нашим глазам. Вперед! У вас тут похоже... Идем с нами! Сражаться за... В бой! Отправим, Афинян, прибежал в бои!
головой! Капитан уходит! Thank you.
Люди счастливы. Так и должно быть. А где Кира? Ты сохранил тайну. Я удивлен. Подарок был сложным, человек. Если бы подарок был моей родней. Как и многие другие здесь. Конечно, если найдешь его. И напомни, я задолжал ему рассказ. Как команда. Как прикажешь. Думаю. Что? Я должен был стать победителем, но ты отнял у меня все. Послушай голос. Я пытался быть разумным. Для Харона. Ступай к черной, как ночь, реке и погрузись в бесконечный мрак. Ты будешь плутать во тьме с призрачными мертвецами. Даже в царстве Аида. Я рада, что... А что чувствуешь? Я была полна... Он мертв. И мы не можем это исправить. Мы? Не мы убили, а ты! Я могла попрощаться с ним, но ты мне не позволил! Здесь и сейчас важны лишь люди, что сражались за тебя. Ты прав. Я им нужна. Спасибо. Что будешь делать? Так и сделаем. Кира. Они празднуют. Прощай.
Спасибо, что был... Это мой выбор. О, ты слышишь? Увы, Фалет. Он что? Ты чудесный. Зачем был... Он вынудил меня. Кто ответил на мои письма? Фалет из Спарты и Алексиус, хозяин орла. Кира. Мне тоже месть. Готов отправ... Подарок мертв, Кира вернулась. Отплываем! Нужно проститься. Кайрате! Тише! Тише! Друзья! Отныне вы свободны! Веселитесь! Дионис нальет вам вина! Так выпьем же! За Алексиуса! За победу! Славно! Им понравилось. Понравилось. Сократ, мятежники убивают афинян. Несу знания, как всегда. Мудр, как всегда. Кстати говоря, команда весела! Что ж, жаль, что... Одинок лечу. Именно! Что мы должны... Мы хотели так сделать! Он! Хватит! А, мир у наших ног! Да и... Ah!
Место рождения Аполлона. Надо же. Тебе сюда нельзя, уходи. Найду укрытие. Святилище с сокровищами. Интересно, делосцы не оставили серебра? Не сегодня! Уйди отсюда! Ugh.
ты ранена. Хочешь выдать меня жреца? Смотря в чем твоя вина. Тебе не говорили, что умирать на этом проклятом острове запрещено? Говорили. А вот тому зверю, что здесь бродит, нет. Ты не первый, кто согласился. Но деньги все еще при мне. Я готов. Где медведь сейчас? Я старалась уйти как можно. Ты не из этих. Из Аркадии. Я найду и убью зверя. Thank you.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Yeah.
О, нет! Огонь! О! Вот! А! Я горю! Я в огне! Все в огне! Не стоит.
Лишь бы не заметили. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Ты могучий зверь, но тебе здесь не место. Кровавый отпечаток. Свежий. О, мертвец. Кишки выпустили. Пиршество для птиц. Корабль. Вот как медведь попал на Делос. Написано, что зверь из Аркадии. Она контрабандист? Но зачем ей медведь? Здесь уже нечего искать. Пора возвращаться к женщине.
Ты жив? Медведь мертв, и ты мне должна. Но спи. Да. Медведя везли из Аркадии тайно. Говори. Ладно, ладно. Мы везли медведя для некого Саргона. Но Посейдон показал свой нрав. Шторм выбросил нас на берег. Вот как они по... Они были мне... Тебе и так досталось. Людям не обязательно знать, кто привез медведя. Милосердный Мистий. Такая же редкость, как этот зверь. Хайре, и постарайся... Святилище! Сократ! Алексию! Узнав, что ты на Делосе, я примчался, чтобы... А, ну что есть слова? О, ну уж не! Но мне хотелось... Ну? Солдаты схватили мятежника. Он украл деньги из святилища, чтобы помочь восстанию. Когда... Убийство здесь. Скорее всего, его казнят. Именно. Но тут нельзя отнимать жизнь, потому он ждет, когда его отправят на Миконос, чтобы казнить там. И при чем тут я? Как думаешь, он заслужил смерти? Отвечу встречным вопросом. В чем заключается справедливость? Отличный вопрос. Он ради свободы свой... Он убил человека. Спасая себя. Он нарушил священный закон... Он волен убивать и красть. Но капля крови на земле, и он достоин смерти. Я ничего не хочу сказать, но если мы перестаем чтить закон и не становим... Ха! Ты знаешь мое мнение. Конечно, конечно. И еще кое-что. Мятежника держит в крепости на севере в Гестиатарионе. Завтра его отправят на Миконос. Стой. Ты хочешь убедить меня спасти его? Убедить? Что ты? Хотя мне любопытно теперь, зная, где он и почему спас. Мне стоит навестить мятежника. Я так и думал. Впрочем, день... Уже... Мятежник там. Меня на Миконос! Кира перебьет всех вас! Спасибо, Мистий, но их ты пожалел зря. Тебя никто не спрашивал. Ты уже сделал, что мог. Иди за мной. Смерть угнетателям! Смерть тем, кто хочет отобрать у нас Делос! Жизнь за свободу! Если не замолчишь, так и случится! Молчание подвело нас. Я буду кричать до кровавого кашля. Не мешай мне! Малака!
Пират! Чужестранец опять пролил кровь на священной земле! А, Алексиос! Увидев тебя на Делосе, я воспрял духом! Ты не говорил, что он одержимый фанатик. А, но кому решать, кто из нас слишком безумен? В какой-то момент так можно сказать про каждого. Тебя с твоей философией он бы скинул в... Раньше, быть может, тогда... Без пары капель крови не обошлось. Интересно. Мистий, который проливает кровь везде, где появляется, в этом случае... Что тут скажешь? А что с мятежником? Он мертв. И это к лучшему. Для Делоса, для мятежников или для тебя? Да. Наше решение как зыбь на воде. Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит. Очень приятно, Сократ. Ты не перестаешь вызывать у меня головную боль. Ха, всегда пожалуйста. Thank you.
она может дав нам Эмин?
Thank you.
тем лучше. Держаться подальше от берега. Да? Много лет назад мы нашли тут умирающего. Ух, нет. Лицо искажено ужасом. И спуская дух, он предупредил нас на чудище местных лесах. А чудище, значит? Да, чудище! С горящими красными глазами и рыком, подобным гному. И ты его видел? Богов, между прочим, мы тоже не видели. Они существуют. Или ты не согласен? Или ты видел Зевса? Нет, конечно, но... Геродот.
тебя видеть, капитан! Черный ты! Возвращайся, как сможешь, капитан!